Врачом не каждый может быть. Нет, не для всех работа эта. Чтоб свет души другим дарить, в душе должно быть много света. Все можно в книгах прочитать и даже выучить возможно. Но чуткость и внимание взять из книг нельзя, из сердца можно. Мы можем долго рассуждать, а вы не спите до рассвета. С командой учитесь помогать. Спасибо вам, врачи, за это. Вас поздравляет народный вокально-инструментальный ансамбль «Парусник», руководитель Иван Спаривак. Встречайте! Не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых. Но встают у нее на пути люди в белых халатах. Люди в белых халатах. Люди в белых халатах. Вот опять у нее на пути. Дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то. Лишь нагнуться к постели твоей. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, в постели склонились твоей. Сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсомбата, отнимали у смерти с любой. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, отнимали у смерти с любой. Тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняют ответы. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, твою жизнь охраняют ответы. Вечный подвиг он вам по плечу, ваши руки бессонны и святы, низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. Дорогие друзья, давайте вместе с нами, с группой «Парусник», все вместе поаплодируем нашим медицинским работникам. Хочу. Таблетка в стакане, я на вылет не сестричка Юрань. Я в больницу к ней бегу на свидание, и дышу, и не дышу.
пишу по желанию. Хоть прививки не люблю я со школы, но терплю сейчас любые уколы. Правый глаз зажмурю я или левый, лишь она стоит в халатике белом. Медсестричка, медсестричка, под косынкой две косички. Все в порядке, все отлично, кроме счастья в жизни лично. Медсестричка, медсестричка, нет девчонки симпатичней. Не лечи меня, не надо, просто будь со мною рядом. Я готов глотать любые микстуры и на всякие готов процедуры. Как мне хочется остаться с ней вместе, чтобы мне она послушала сердце. Ах, халаты инициалами выше, ты одно имя только и слышу. Неужели ты ко мне безразлична, неприступная моя медсестричка? Медсестричка, медсестричка, под косынкой две косички. Все в порядке, все отлично, кроме счастья в жизни лично. Медсестричка, медсестричка, нет девчонки симпатичней. Не лечи меня, не надо, просто будь со мною рядом. Медсестричка, медсестричка, под косынкой две косички. Все в порядке, все отлично, кроме счастья в жизни личной. Медсестричка, медсестричка, нет девчонки симпатичней. Не лечи меня, не надо, просто будь со мною рядом. Медсестричка, медсестричка, под косынкой две косички. Все в порядке, все отлично, кроме счастья в жизни личной. Медсестричка, медсестричка, нет девчонки симпатичней. Не лечи меня, не надо, просто будь со мною рядом. Народ благодарит, и пусть вас Бог хранит.
Уважаемые медицинские работники от группы «Парусник», примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Желаем вам оставаться верными своей профессии и гордыми от того, что вы выбрали именно ее. Пусть ваш опыт, знания и умения возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье. Спасибо вам, врачи, под пламенем свечи. Молимся за вас, и вы спасете нас. Спасибо докторам, медсестрам вечерам. Народ благодарит, и пусть вас Бог хранит. Спасибо вам, врачи, под пламенем свечи. Мы молимся за вас, и вы спасете нас. Спасибо докторам, медсестры вечера, народ благодарит, и пусть вас Бог хранит. На-на-на-на-на, 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 на-на-на-на-на. Спасибо вам, врачи! Разрешите предоставить слово руководителю группы «Парусник», нашему фронтмену и основателю группы, Ивану Спаривака. Спасибо. Дорогие уважаемые наши медицинские работники, наш коллектив искренне вас поздравляет за вашу заботу, за ваше терпение и за ваш труд. Еще раз спасибо вам.